В нашем управлении образования мы узнали, что летняя оздоровительная программа для детей в каникулы таки будет, но не прямо с 1 июня. Пока по неофициальным данным, поскольку нет никаких документов, мы готовимся к началу кампании с 1 июля. Нужно сказать, что будут открыты загородные лагеря и также будут работать площадки, которые традиционно работают на базе учреждений дополнительного образования и всех наших школ. Вся эта подготовка обеспечена финансами, как из средств краевого, так и местного бюджета, поэтому сейчас остается открытым вопрос только о конкретной дате начала летней оздоровительной кампании. В разных формах занятости за летний период планируется охватить различными формами отдыха и оздоровления 12 536 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Готовится к приему ребятишек городской оздоровительный центр «Лесная сказка». Здесь монтируют новый железный забор, крышу столовой, благоустраивают, обрабатывают территорию от клещей, грызунов, проводят капитальные текущие ремонты корпусов. В общем, тщательно готовятся к приему маленьких гостей. Педагоги у нас подготовили новую, очень интересную развлекательную программу для детей отдыха и оздоровления. Мы всех ждем ребят и надеемся, что это лето будет, как всегда, безопасным, очень интересным, очень плодотворным. Ну и самое главное, что наши дети оздоровятся. Не сомневаемся, что так и будет. Хотя держим во внимании, что в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки могут быть внесены корректировки в план организации летней оздоровительной кампании. Мы вернемся к теме, когда будет известна точная дата начала смен на площадках и в детских лагерях. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».